А сейчас знакомая многим ситуация. Девушка привела парня первый раз домой. Лёш, вот мы и пришли. Проходи. Чувствуй себя как дома. Что ты сказала? Чувствуй себя как дома. Да знаешь ли ты, женщина, что для мужчины дом? Когда на стенке трещина завешена ковром, а на лице щетина неделю не побрита, и в ванной тьма посуды, что так и не помыта. В квартире у мужчины всегда много друзей, и кто-то уже пьяный, а кто-то потрезвей. Зато они всегда умеют веселиться, гипсокартон пробить, в тележке прокатиться. Из тазика здесь можно мериду есть руками. Здесь может быть не умер целыми годами. А если ты со мною поживешь чуток, то будь готова, женщина, найти второй носок!